Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что же, давай посмотрим, что нам принес Беззубик. Опачки, 100 миллионов древесины, отлично. Значит, мы его сразу же отправляем дальше на поиски. Так, сегодня я зашел в игру, было обновление у нас. Так, кого бы... Наверное, вот этого, может быть, пускай ищет. Вдруг найдет. Было обновление, поздравляли с Днем Святого Валентина. И какой-то, видимо... Ивент или еще что-нибудь идет. Или он уже закончился, не знаю. Так, светлый янтарь мне дали. Этот древесинку принес. Водорез тоже древесину. Так, ветрокрыл 4 железа. Но это не все, мы его отправляем дальше на поиски. Древоруб рыбу притащил. Так, подожди-ка, нам выгоднее его за древесиной отправлять. Тебя, естественно, за рыбой. Ну что, сарделька, давай посмотрим, что ты мне добыл. Угу, шестеренки. А по итогу мы получаем с тобой... Давай руны. И желательно больше. Так, сколько здесь штучек? 4. Маловато будет. Ладно, мы его отправим дальше туда в приключения. 2 руны потратим. И он полетел. Барсик, ну а ты что? Угу, руны. Понял. Вопросов нет. Иди на царапку бесплатно. Так, Кривоклык. В лес мы его отправим. Тоже бесплатно. И Громгильда Ночные Жути. Все, пускай летит. Здесь вроде бы как все при делах. Так, сейчас посмотрим. О, погоди, а это что такое? А, у нас новый ивент. Найти любовное письмо. Что-то я его не вижу. А где письмо-то? Так, погоди секунду. Найти любовное письмо. Чё-то я вообще не могу найти, ребят. Где письмо? Эй. Блин, ребят, вообще не могу увидеть. Прикинь. Странно. Если здесь я его вижу... То вот здесь я его не вижу вообще. А, ё-моё, вон оно. На самом мосту лежит. Господи, он такой маленький и сливается еще. Так, хорошо. 2 дня, 18 часов еще ждать, ты представляешь? Чтобы у нас прокачалась лохань. Ребят, это очень долго на самом деле. Прям вот неописуемо долго. Ну, нам деваться некуда, мы будем ждать. Потому что все равно дальнейшее у нас продвижение не получится. Так, спасибо тебе, родной, за железо. Так, ты за древесиной вперед. Тоже за древесиной. Кревет за рыбой. Ловушка-лом пойдет у нас за рыбой. Так, весночес. Давай тоже за рыбой лети. Шторморез за древесиной. Так, ну что, здесь у нас за рыбой. За древесиной. И опять же за рыбой. Сейчас я всем задачу тут нарежу и потом уже посмотрим, что у нас там по событиям, что вообще у нас будет. Так, секундочку. Опять сломанный меч, он все время мне почему-то подсовывает этот сломанный меч. Постоянно, я уже замечаю. Так, ну посмотрим, что здесь. Ну, конечно же, янтарь тусклый. И по итогу, наверное, он и выпадет нам, да? Ну, конечно, друзья мои, а что еще может нам выпасть? Конечно, тусклый янтарь 120 штук. Все, нам больше ждать здесь и не приходится. Я его отправлю опять на поиски. Ну, а что делать? А почему я... Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так-то? Его не отправил за рыбой. Он простоял у меня просто несколько дней в холостую. Так, ладно, здесь забираем награды. Так, здесь 20 и здесь 20. Нужно будет еще 20, да? Ребят, не успею я накопить, к сожалению, на слюню. Просто нереально. 12 дней, у меня всего лишь 3300. Какой 3000? 1550. Ну, сам понимаешь, что это нереально. Это надо было каждый день заходить и все это выполнять. У меня не было, ребят, возможности. Я был занят другой игрой, как бы, поэтому очень много времени тут, как говорится, потратил. Ну что, давай тогда и загадочность откроем. Так, монетки Одина. Ну и сама начиночка. Шторморез, костолом, шепот смерти. И совсем-совсем немножечко ресурсов.
Окей, так, откройте два набора карт, это мы сделали. Так, давай посмотрим, что этот нам принес. Грибы, наверное, как всегда, нет. Гнездо и тусклый янтарь. Отправляем его дальше тоже на поиски. Так, здесь-то у нас что? Обмен. Да, обмен надо завершить. И поставить новый. Сколько? 3. Сгодится. Так, давай здесь заберем с тобой награду, в конце концов. Получили мы ее. И смотрим, что нам здесь выпадает. Выпадает нам с тобой энергия. Прилив сил. Ну, допустим, допустим. Так, давай дальше. Тут надо уже соточку набрать. Так, ну это после, ребята, как всегда, у нас обновление происходит. И все вот эти вот мини-задания тоже, ребята, обновляются. Костолом, шторморез, душитель, шепот смерти, экзотический шепот смерти и громорог отпрыск. Роза ветров. Давай активируем с тобой обычный пак. И, по-моему, здесь пока все. Здесь пока все. Должно быть, наверное, какой-то... Дай-ка я возьму, наверное, это и вот здесь. Слушай, ну 500 древесины. Мы, значит, можем с тобой кого-то отправить на поиски. Кто у нас за древесину работает? Вот вопрос. За древесину, по-моему, никто не работает. Так, 360. Шторморез, ну-ка вернись. Иди за железом. Железа нам нужно здесь много. Чтобы домик элементарно прокачать, нужно, сколько мы там с тобой подсчитывали? 60 железа, ты представляешь? 60. Ну что, теперь посмотрим, что у нас по событиям. Да, хитрые против стремительных. 13 часов, ребята, осталось. А событие-то какое? Короткое? Ого, смотри. Короткое, смотри-ка, там какая-то статуэтка. Блин, я хочу ее получить. Ну что, друзья мои, вперед. Статуэточка такая, выглядит, по крайней мере, прикольно. Там какой-то викинг стоит, и рядом с ним кабан. Что мы тут с тобой видим? Первая волна, здесь у нас душитель. Так, им... это дымодышащий? Нет, это, по-моему, ребят, какой-то другой. Ладно, не имеет значения, давай сейчас с ними разберемся здесь по-бренькому. Это событие надо сегодня же пройти, потому что 13 часов, ребят, это сами понимаете. Если сейчас не пройду, я уже его не пройду точно, потому что забуду, как всегда, или еще что-нибудь. Понимаешь, сейчас вот такие задания по 4... По 5 дней, да считай, по неделе будут развиваться у нас здания. В этот момент даже делать здесь нечего. Ты нарезаешь своим драконам задания, типа поиска, там, железа, рыбы и тому подобное, и все. Понимаешь, да, о чем я? Потому что другого нам ничего пока здесь сделать нельзя. Если мы хотим прокачивать драконов, естественно, нам нужны ресурсы. И ресурсов, как ты знаешь, нужно очень много. Это уже не обойдется тебе там 10-15 миллионов. Там нужно под 80, под 100 лямов, чтобы какой-то был профит. Ну, а здесь победа. Ну что, крутанем колесо и заберем с тобой... Ага, 150. 15 миллионов древесины. Очень мало. Так, забираем пак. У нас с тобой обычный поединок. После него мы тоже, кстати, заберем пак. И этот пак, я насколько помню, ребята, с ресурсами. А потом 150 рун. Вот это уже не сказать, что супер-пупер награда, но все-таки. Кстати, вот этот пак, который вот сейчас будет разыгрываться у нас, в нем тоже можно выудить руночки. Так, ну что, я начну с кревета, с драгура, да? Вот с этого. Так. Добивка будет? Будет. Ну что, душитель. Додушился. Сейчас мы тебя быстренько тут разберем. Понижаем ему броню, и барсик, наверное, добивает. Отлично, вторая волна, смотрим, что у нас тут. Змеевики. Братья капканов, да? Стальных. Сейчас мы с ними разберемся. Раз, два, они тем более синева, ребят. А против синих у нас вообще топчик. По синему бьет очень круто фиол. А фиолетовых бойцов, как ты видишь, у нас два. Это барсик и шторморез. Поэтому как бы они здесь будут топово вжаривать. Сам видишь, да? Урон какой колоссальный получает.
Ну что, очередное колесо крутанем. Заберем с тобой 3 прилива сил. Ничего себе. Это к чему-то меня подготавливает, да? Я так понимаю, это, наверное, будет супер-пупер босяцкий. Так, и пак в копилочку. Замечательно. Ну что, переходим на следующий поединок. Это последний из простеньких боев. Потом уже пойдет мини-босс, и в конце поджидать нас будет босяцкий. Что мы тут видим? Видим мы с тобой крылатый ужас и... шепот. Прародитель шепота, да? Начнем, наверное, вот с этого. Ага, понижение брони. Точнее, понижение атаки. Смотри, что творит, а? А этот все на своем, ребят, стоит. Все на своем. Бомбит именно кривоклыка. Ну что, последний ударчик, и ему, в принципе, крышка. И перейдем с тобой на последнюю волну. На тебе. Так, на последней волне мы видим крылатый ужас, Хофер и... дымодышащий, по-моему, да? По-моему, да. И все синие, прикинь. Все абсолютно. Мы только благодаря этому с тобой получаем пониженный урон, так как хотя, если посмотреть, синие тут в ответку дают фиолам, тоже не кисло. Так, ну что там? Так. Хофер думает. Сейчас кто-то из них сделает суператаку, ребята. Никто. Никто не стал делать почему-то. Но это и хорошо, что не стал. Блин, они хотят мне кревета уничтожить. Раз, два. Давай, наверное, вот так вот. Хоба, минус. А этот партизан, скорее всего, добьет мне. Нет, не вышло у него ничего. Тогда до свидания. Ну вот, еще один бой прошли. С этой рулетки нам достается опять 3 прилива сил. Да вы меня балуете. Вы меня балуете, друзья. Так, ну что, 150 рун мы забираем и переходим с тобой на мини-боссика. 1500 рун почти, ребят. А нам нужно 9. 9000. Много, много, конечно, ничего не скажешь. Ну что же, будем копить. Так, я, наверное, начну вот с этого. С ужаса крылатого. Он у нас любитель замораживать. Так, так. Вот кривоклык здесь, если честно, вообще не в тему, потому что он наносит очень малое количество урона. И, кстати, синева его очень быстро разбирает. Так, ну что, мы, наверное, отхил сделаем. Ну, этого могли бы, конечно, и добить. Давай сюда. Кто-то все равно рано или поздно сделает суперудар. Ну-ка, этот, наверное, да? Слушай, как-то не странно, ребят, но ничего не особого такого не делают. Но он остается последний. Ну, тогда все хорошо. Я не знаю, стоит ли нам тратить хил. Наверное, не буду я пока здесь юзать, потому что все равно он сейчас еще успеет сделать ход. А уже после хода мы с тобой сделаем отхил. Вот теперь вот надо. Так, залечимся и добьем. И последняя волна. Так, у нас с тобой крылатый ужас. Это идет как мини-босс. Не такой уж, кстати, он и сильный. О, так он еще и промахивается. Ну, а ты чего? Кстати, вот нам нужно вот этого в первую очередь бомбануть. Он делает ослепление. Он нас как бы шокирует. И мои драконы потом бьют хаотично. Даже не то, что бьют, а вообще просто делают действия в хаотичном порядке. Они могут заюзать себя чем-нибудь, да, например, там кривоклык может баф на себя повесить. Также и барсик может это сделать, поэтому надо было его в первую очередь бомбить. А теперь Драгура. Ну и остается, как ты видишь, у нас крылатый ужас, он один. Правда, он титан уже, но, в принципе, ребят, разберем мы его все равно на изи. Я еще даже успею хильнуться. Куснуть. Сейчас он сделает какой-нибудь пшик, и барсик его добьет. Да, и переходим с тобой на босяцкого. Здесь нам выпадает 125 миллионов рыбы. Кстати, за рыбу мы можем с тобой кого-то отправить за древесиной. Ой, за железом. Ну что, вот и последний поединок. Давай глянем.
Ага. Две волны, и тут еще и мини-боссы, да, будут нас встречать? Да, друзья мои, мини-боссы. Наверное, начну все-таки с шепота. С экзотики. Так, у них вот этот громорог здесь не в тему, если честно. Угу, я тебя понял. Так, сейчас они тут вдвоем сходят. Нам нужно будет потом... Ну, залечиться это обязательно. Смотри, что творит, а. Понижает, друзья, нам атаку. Очень конкретно понижает атаку. Слушай, давай. Есть, молодец, красавчик, добил. Так, ну что, должно быть попроще. Тут громорог касался. Мы его, наверное, сейчас с тобой попробуем. Ай-яй-яй, чуть-чуть не добили. Ну ничего страшного, ничего страшного. Главное не сфейлиться, понимаешь? Главное не сфейлиться. Я имею в виду, чтобы нам еще хильнуться. Но если уж настолько будет плохо, нам еще надо будет с тобой тогда применить грушу. И грушу применим на кривоклыка. Скорее всего. Да, скорее всего, надо сделать так и добивать. Ну что, а вот у нас и... Это что, босс? Хоферсон? И все сразу по Бартику. Смотри, а. Поехали, раз, два. Сделаем лечку. Укус. Они сейчас втроем опять сходят. Со следующего захода мы с тобой уничтожаем дымодышащего. В образе Титана. Они опять за свое, а? Так, ты не добьешь таким образом. Давай вот так вот сделаю. Окей. Так, крылатый ужас идет на разборку у нас. А Хофер уже будет самым последним у нас идти, потому что он, видишь, по здоровью очень сильный, крепкий. Мы его просто припаримся с тобой добивать. А теперь, если мы накопим с тобой слепоту, естественно, кривоклык вешает на него слепоту, и мы уже с тобой Хофера этого просто разбираем на изи. Ну, до этого нужно еще дожить. А мы доживем. Что нам тут угрожает? Ничего, он остался один. Нас трое. Вот сейчас на него повесим слепоту, ту самую, про которую я тебе говорил. Ну и, в принципе, все, ребят. Понижаем ему броню. И кривоклык добивает. Ах ты, чуть-чуть не хватило. Ладно, ничего страшного, все равно слепота висит на нем. И села. Ну и победа за нами. Так, из этой рулетки нам с тобой достается 125 миллионов рыбы. Ну и, конечно же, главный приз. Вот. Это все, естественно, нам отправляется на почту. Ну что, давай, наверное, открывать загадочный пак. Монеты Одина, это понятно. Так, шторморез, крылатый ужас, громобой, чутка ресурсов. Окей. Теперь у нас вот такой идет пак. Сокровище плеваки. Поехали. Рыба, рыба, древесина, руны, ледыха. По-моему, ледыху мы уже с тобой видели и ставили. Где-то у нас она была. И последнее, это новое изваяние. Фрейя на Хильдисвине. Вот так вот. Слушай, прикольно, да? Вот она вот так вот выглядит. Это... А можно приблизить камеру и посмотреть хорошечно? Вот такая, друзья мои, статуэтка. В принципе, неплохо, мне нравится. Выглядит прикольно. Так, у нас с тобой есть древесина. Древесину, ну давай заберем, наверное. А за рыбой мы с тобой сейчас за железом отправим за рыбу именно. Лети, родной мой. Ну и, по-моему, пока тут все, да? По событиям-то есть что-нибудь еще? Кривоклык с цветочной короной. Ха, уникальный. Событий, друзья, пока в ближайшее время, как видите, вообще на горизонте нету. Немножко даже жаль, что нету. Давай тогда, наверное, с тобой набьем один пак вождя. Раз такое дело. Пак вождя и заодно сюда забьем пак.
Поехали. Поехали. Мы ничего с тобой не теряем, а нам нужно чем-то заняться. Потому что, ребята, я еще раз говорю, лохань будет долго делаться, потом будет еще дровница делаться столько же, наверное. Но уже потом мы с тобой будем, естественно, собирать ресурсы и, само собой, прокачивать наших уже драконов. На тебе, барсик. Выпендривается он мне здесь. Так, контролируем, друзья мои, ветрокрыло, потому что на 5 энергиях начинается трэш. Так что я думаю, наверное, не будем пока здесь ничего тратить. А как ты это сделаешь? Все равно нам... Да. Все равно нам не выжить, наверное. Ну как не выжить? Он заморозит нас. Вот этот вот пройдоха. Он сейчас нас заморозит. Ох ты. Че вытворяет? Естественно, хиляемся, пока есть такая возможность. Добиваем. Ну что? Поехали. Так, Кривоклык у меня пропустил ход, поэтому опять же он делает свою заморозку. А так я хотел, конечно, на него повесить слепоту. Кого-то добьет сейчас. Это барсик. Это, ребята, был барсик. Неужели он сейчас еще и... Ха, он промахнулся. А вот теперь давай поговорим. Поехали. Раз. Промахнулся. Укус. Дальше. Укус. Еще укус. Он сейчас попробует сделать свой суперудар, но так как на нем висит слепота, естественно, он промахнется, и мы его добиваем. Раз. И два. Вот, шикарно. Так, друзья мои, кревет. Сарделька. И пристиголовый. Начну, наверное, с кревета. Сразу понижение ему брони сделаем. Раз, два. Добьешь? Молодец. Так, у него сарделька тут самая опасная, да? Который по два раза бомбит. А, наверное, мы сделаем... Блин, он зеленый, он страж. Мы его сейчас припаримся тут бомбить-то, если честно. Смотри, что творит, а? Вот же жук. Вот так вот сделаем. Молодец. Так, видимо, штормореза мы сейчас потеряем. Нет, ребят, он ускорение зачем-то сделал. Он думает, что это ему поможет. Ну, жук, а. Так, давай сюда бомбанем. Это добьет барсика. Ну, а мы уже с тобой будем заниматься плотненько вот именно сарделькой. Попасть он не может, потому что ослеплен. Ну, а мы с тобой его потихонечку-потихонечку разносим. Да, конечно. Держи карман шире, парень. Неплохо, неплохо. Так, ну что, у нас последний, надеюсь, поединочек. Хофер сразу начал ходить, а мы, наверное, вот так все-таки будем делать. Начну я с барсика. Угу. Так, змеевик. На тебе. Так, теперь ховер. Вот я заметил, ребят, они любители понижать именно атаку нам. Очень они любят это делать. Давай, наверное, сюда укус сделаем. Сейчас они опять вдвоем сходят. Блин, лишь бы он у меня выжил. Давай сюда ударим. Так, тихо. Хофер. Да ладно. Вот это беда, ребята. Это огромная была сейчас беда. Ты посмотри, что он сделал. Он очень плохо сделал, друзья мои. Но в любом случае мы с вами
получаем пак вождя, так как нам не хватало одного дракона, а мы одного и подбили. Нет, ребят, там надо было 8 же нам драконов подбить, а я подбил всего лишь 7. 3, 3 и 1, 7. Что-то я немножко попутал. Ладно, ничего страшного. Как говорится, еще один поединок нам не будет в тягость. Да, я, конечно, не ожидал, что Хофер сделает свою массовую атаку и вот так вот нас уничтожит. Так, нам надо вот этого подбить, иначе он тут начнет пламенем жарить. Замечательно. Так, сюда теперь. Лечимся. Больно бьет, кстати, да? Ну, на следующий ход мы должны его, в принципе, замять уже. Громобоя. Отлично. Так. Что он сделает? Все-таки уничтожил мне под конец, да, штормореза. Ну вот, друзья, и пак вождя. Давай мы его откроем. Крылатый ужас, вострозуб. Кто? Алая плеть? Это что-то новое, друзья мои, такого не было раньше. Алая плеть. Сарделька. Ну и, как ты видишь, мы с тобой обычный пак получили. Алая плеть, нифига себе, ребят. А где его, интересно, найти, эту алую плеть? Так вот, мне интересный вопрос. Так, ну что, ребята, по-моему, на сегодня мы можем... Да, мы можем закругляться и со спокойной душой идти отдыхать. До следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.